решил промыть пластины в мыльной воде. И чтобы вы думали, слышу, шипит. Смотрю, блин, реально. Пластины даже в воде вырабатывают какой-то ток и напряжение. Сейчас я для прикола просто попробую посмотреть. То есть это тоже достаточно опасная процедура — мыть. Так, мультик потом придется отмывать после всех этих. Но это фигня. Не он первый, не он последний. Руки уже раз 100 отмылись. Так, минусовая и плюсовая. Замерим напряжение. Так, на минусовую и на плюсовую. Так, у нас, если впритык, 1,12 вольта, и напряжение, блин, увеличится. Жесть. Так, что-то какую-то бельберу показывает. Ты там... Так, они, наверное, замыкать пытаются. Так. Так, поднять их как-нибудь, поднять. Так, один. Короче, около 1 вольта, ладно. Это мне не так интересно. Интересен ток. Потому что если они кипят, то это значит ток есть. Так, минусовая, плюсовая. Что-то я видел 1 ампер, да ну. Капец. 1,2 ампера пробегает точно. Офигеть. В обычной воде у нас есть емкость. Я не знаю, видно там или нет. Но вот они шипят. Так, вот, 1,2. Посмотрите, ток прыгает как-то непонятно. Вот 1,3, 1,5, 1,2. Наверное, задевая за корпус 1,7. Я просто смотрю, что за полчаса вода, наоборот, нагрелась. Ну, пластины начали очищаться с одной стороны. Не знаю, слышите вы это, нет? Как обогреватель. Здесь ничего не очищается. Ведро шипит. Короче, пущай покипят. Потом я их просто высушу. Отмываются от шлама. Вот этот, который мы замыли. Достаточно неплохие пластиночки. Плюсики. Так что, ребята, будьте внимательны. Промывайте отдельно плюсы и минусы. Минусы у нас такие серенькие, плюсики у нас золотые, вот такие вот. Я не знаю, что это за металл, это надо читать. Ну, как-то вот так вот, такое маленькое видео. Так что даже промывка их достаточно опасна, разъедает кожу, будь здоров, только в перчатках. На этом я точно прощаюсь с вами.